Жители дома по Халтурина 6 в столице недовольны работой своей управляющей компании. Во дворе образовалась наледь из помоев. В ситуации разбиралась наш корреспондент Юлия Великодная. По словам жильцов Халтурина 7, такая ситуация продолжается с 12 декабря. Несколько лет они выливали помои в выгребную яму. Когда в декабре перестали приезжать фекалки, она замерзла. В уличном туалете был пожар, нет части крыши, да и никогда не выкачивали оттуда жидкие отходы. Нам поставили ящик, а ящик только это сухой мусор. Но лить некуда, мы, значит, льем туда, из него все выливается. Просим вас убедительно примите меры. Как можно быстрее, пожалуйста, мы вас очень просим. Обслуживает эти дома управляющая компания «Юнион», которой управлением жилищного надзора республики 19 января и повторно 17 февраля было выдано предписание на устранение нарушений. В результате была проверка, где все они действительно отобразили, написали, что действительно недостатком имеет место, но ничего не сделали. Управляющая компания «Юнион» утверждает, что все нарушения были устранены еще 18 февраля и предоставлены доказательства в жилнадзор с фотографиями. Компания считает, что люди сами виноваты, что их двор в таком состоянии, потому что короб, установленный «Юнионом», предназначен как для жидких, так и для твердых бытовых отходов. Ну а вывозить из выгребной ямы отходы зимой невозможно. Сейчас идет трехмесячная санитарная очистка, в котором компания «Юнион» принимает активное участие. У нас вывозится много-много кубов снега, наряди и мусора с территории строительного округа. И наряди, которые вы сегодня вы обнаружили, которые возникли по непонятным причинам, тоже будут вывезены. То есть все будет нормально на этих точках. Вот еще мы уже комментировали, звонили, они сказали, что когда плюсовая температура, тогда будут размораживать, да? Да, в конце месяца у нас запланированы мероприятия по вскрытию выгребной ямы и переводу ее в летний режим работы. Возможно, жители не используют по назначению короб, потому что считают, что он предназначен только для твердых отходов. А возможно, короб сооружен неправильно и действительно помои вытекают оттуда. Так или иначе, компания «Юнион» пообещала убрать наледь. Юлия Великодная, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.